Меня зовут Анастасия. Я из Москвы. Но сейчас живу и получаю образование в Шанхае. Хочу поделиться с вами моей историей. Я учусь в Шанхайском университете на третьем курсе бакалавра по специальности интернет-коммерция и e-commerce. Это направление сейчас становится востребованным на международном рынке вакансий и развито в Китае. Сам кампус университета напоминает большой студенческий город, где есть все необходимое для комфортного обучения и проживания. Люблю приходить после уроков в библиотеку. Это новое современное здание, где студенты готовятся к занятиям, делают групповые проекты и читают литературу по интересам. Образование занимает практически все мое время. Но когда выдается свободный денек, я обожаю путешествовать по Китаю или гулять по Шанхаю. Шанхай – это шумный и динамичный город. Город в постоянном движении, постоянном развитии. Но в то же время здесь есть укромные и старинные парки, где тихо и спокойно. Можно побыть одной вдали от городской суеты. Люблю Шанхай за гармоничное сочетание старинной архитектуры и высочайших небоскребов, древних традиций и современных технологий. За новые знакомства с людьми со всего мира и новые возможности. Будь частью прогресса. Учись в Китае.